Тодик на мопеде. Неплохой ник, слушай, неплохой. Привет, Вагиф. Блин, ну надеюсь, меня сейчас артой не убьет союзник, а то будет вообще печально. Топ-карта, главное это, зитку не напороться. Стоит уже, блядь, ждет. О, ничего не меняется просто. Ничего не меняется. Каждый раз типы стоят. Ну, бро, я тебе не могу помочь, слушай. Если только я выше перееду. По идее, ГС может Турмс перестрелять сейчас. Могу и я, по идее, это сделать. Что это такое стоит? Это 2К стоит или это ПТ-16 стоит? Ебать, а вот это было близко сейчас. Тут сейчас так пулемет пролетел. Давай вот с этим, если хочешь, займись. Это 2К стоит. Если я его не шот, то он меня убьет с автопушки. То на него очень неудобно пикать. Ага, о, я об этом говорю. Рикошетик случился. Так. А второй отлетел, да, от кисла? Да, второй отлетел. Ну, бро на Гэсе хорошо играет. Прям подсопортил, прям как надо. Того убил, этого убил. Отлично, чувак, сработал. Все вот так играли. Не глядишь, прям вообще все бы идеально было. И победы были бы. А, это машинка, я понял. Визелек. Я вообще-то подумал японский сначала. Но дальше уже нельзя ехать. Надо переезжать. Тут только АГС может стоять. 4. Блин, ну не знаю, ребят, не хватает фрагов вам. Я, конечно, постараюсь найти по максимуму. Сдох. Это не Турмс был, там другой чел ехал какой-то. На леопард был похож. Так. Ну, чтобы наверняка. Вот он, я же говорю, он где-то здесь был. Это был другой тип. Ну, ему пизда. Давай к С, чтобы быстрее доехать, может. Поехали на С. Я говорил, это не тот был. То есть там, там не Турмс ехал. Ну, 5. 5 дал.
Считается два респауна. Ну, если типа в общем, то, наверное, в общем киллы. Не знаю как. Привет, Александр. В самолетах я, можно сказать, вообще не играю. Так. Играем до Талва. Еще один есть. Еще один есть. Где-то за домом стоит, либо за углом. А это свой. Привет, Владимир. Он стоит. А, он дохлый. Он задрот, всех убили. Возможно, кто-то сидит там, но я не слышу по звуку. Вертолета. Ты давай так не делай, слышь. А то там летчики заметят сейчас нас. Ну, 6 фрагов, такое себе на самом деле. О! Кому-то повезло очень сильно сейчас, что чувак разбился на вертолете. Кому-то сейчас очень сильно повезло с баллами. Ну все, я для кого-то выиграл бань. Баль для кого-то выиграл. Привет, подливка. Хватит ныть, я вижу, из тебя игрок так себе. Так не смотри, нахуй ты смотришь тогда. Я ж тебя не заставляю смотреть, просто закрываешь вкладку и идешь, смотришь там, где не ноет, и все. Проблем не вижу в этом. Так, ну давай еще ластовый бой. Собакинка? Да нормально, я помыл его недавно. Здорово, маньяк. Помыл недавно, вроде ожил. X8 возьмем. Так, поехали. Ты что-то резко поворачиваешь. Пресс, ролвер. Здорово. Да нормально. Да.
Танк есть. Выше. С левой стороны у меня где-то там вот на углу есть танк. Только я не знаю, поедет ли он сюда, поэтому ну-ка мы его так вот ставим с вами. Десятка. Он подъезжает уже ближе. Вы слышите? Вот они подъехали. Это БМП и Турс, походу. БМП-шка дальше была, а Турс здесь. А. Блять, я же с совками играю. Какой Турс нахуй? Давай Бэху искать. Это какая-то БМП была. Возможно, первая или Мардер, может, какой-то, может, Бегля даже. Куда он делся-то? Это этот стоял, 105-й. Ну, почти угадал. Ну, а Мардер, получается, за ним стоит, да? Да не надо артой меня убивать, хватит, блядь. Я уже сдох от арты, тем более от союзной. Хватит с арты меня убивать. Чего, блядь? Че за выстрел был? На покушать собаки, а ну, и почку не продавай. Ладно, спасибо. Кто-то кинул с респа в мою сторону. Мне это не нравится, я хочу отсюда уехать. Так, тогда берем ориентир на типа слева, вот который наш союзник. Блять, вот он стоит. Как только он сдохнет. Что это, блядь, было такое, нахуй? Охренеть, у него, блядь, под жопой танк стоит. Как я танканул ПТУР, я не понял вообще. Хорошо, что у меня АЗ здесь. Я, типа, вообще не напрягаюсь. Подкрутка пошла. Я уже начал на ЛТшке ПТУРы танчить. Так. Топ-позиция, чё, типа. Всё, убили его. Топ-позиция. Киберспортивная, видали? Видали, а? Проехал. Ну, убил кого-то, слушай. По-моему, он еще одного убил. Так, ну по идее можно быкануть. А можно быкануть. 30 Б2 убили. Ядерки не будет, кстати. Еще тип есть.
Где-то вот за краем дома что-то стоит. Все, давай быканем на втором. Блин, но я нажал на выстрел, алло, игра. Видимо, ну, не прошел выстрел. Два осталось. Да, Брэдли, что ли, возьмем? Я не знаю, что взять здесь можно еще. Привет, Командор, привет, Спанч Боб. Привет, Кутка. О, Аркадник. Понятно, бля. По крестику стреляешь, значит, да. Ну, все понятно с тобой. Мог даже в чат не писать. Ну давай, Колечка, иди-ка лучше в аркадочку поигрывай. Стреляй по своему крестику. Бери свои вертолетики, самолетики. Мы знаем, как ты играешь в аркаде. Все понятно. Сказал бы сразу, что аркадник, и все. Спасибо, дядь Сэм. Стримерская подкрутка. Не верю. Нужен видос со спиной. Хорошего стрима, дядь. Аркадник проясняет за скилл в чате. Понятно, понятно. Сказал бы сразу, что ты аркадник, с тобой бы даже никто не разговаривал бы. Просто забанили бы тебя пермачом и все. Да. Ночью неплохо, кстати. Десятка есть.